В моей практике, мне кажется, по пальцам можно сосчитать тех пациентов, которые не боятся стоматолога в принципе. Все равно большинство людей помнят в подсознании глубоко лечение в школьные годы без анестезии, с болью. И очень интересно наблюдать за тем, как люди меняются, когда приходят к нам в клинику. Особо те пациенты, которые очень боятся, очень часто приходят с группы поддержки. Группа поддержки может сидеть рядом в кабинете. Потом происходит такая постепенная адаптация. И группа поддержки уходит в сторону ресепшена, сидит в холле, ожидает. В третий визит пациент уже может прийти сам. На четвертый, на пятый визит пациент вообще может даже уснуть на приеме. И после лечения он в шоке сидит. Я уснул. Как такое возможно? Я так боюсь стоматологов. И лично для меня это самый большой комплимент, который может быть, когда я вижу, что пациент расслабленный. И я помню, каким он пришел вначале, напряженным. Очень сильно боялся. Бывают пациенты у меня даже в кресле плачут от того, что им очень страшно. Первый, второй прием. Но постепенно они переходят эту грань, этот страх, перешагивают через него и чувствуют себя комфортно. А если отвечать на вопрос, боятся, но приходят, чаще всего пациенты все-таки, если очень сильно боятся, их приводит острая боль. То есть что-то очень сильно заболело, вот они пришли, но постепенно в процессе лечения они понимают, что нет ничего страшного, и продолжают лечение вплоть до брекетов, имплантации, удаления. В общем, проходит полное лечение и выздоровление.